Депутат Государственной Думы Галина Данчикова встретилась с главами муниципальных образований. Они кратко проинформировали ее о текущей ситуации на местах и предварительных оценках по исполнению государственных заданий по производству важнейших видов продукции. На заседании обсудили ряд важных вопросов, требующих решения на федеральном уровне. Галина Данчикова отметила, что федеральный бюджет был рассмотрен новым составом Думы и сформирован на трехлетку. Кроме того, по здравоохранению, как вы знаете, эта тема была озвучена президентом Российской Федерации, предусматривается расходы на санитарную авиацию, и сумма она предусмотрена в объеме 3 миллиарда 300. На поддержку малого и среднего бизнеса, малого бизнеса и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы предусмотрена более 13 миллиардов рублей.